8 декабрь. 1991 жыл. Біздің қаумысымыз 1992 жыл 8 декабр күні тәсілді. 1992 жыл 8 декабрда. 1992 жыл 8 декабрда. 8 декабрда. 1991 жыл 8 декабрда. 1992 жыл 8 декабрда. 92 году. 8 декабря. Конституция Республики Узбекистан принята 8 декабря 1992 года. Игрманчик апрель. 2023 жыл 30 апрель күні сайлау болып өтті. Сайлау нәтижелеріге көре яңғы конституциямыз қабыл қылынды. Яңғы тәркіндегісі 2023 жыл 1 майды. 2023 жыл 9 июльді. Өткен елі май ойларының 20-сі тасқыланды. Адашмасам. 2023 жыл 1 май күні тәсіс етілген. 30 апреля текущего года, то есть 2023 года. 27 мадда. 26. Йо-йо, 27-та қошилган. Қошилган билмайман, лекин 155 тага етган. 27-та. 128 было. 155 стало. Изначально было 127 статей, добавили еще 27. И сейчас 155 статей. Хамма саволларимизга тўғри жавоб бердингиз ва тўғри жавоб учун китоб билан тақдирлансиз. Спасибо большое, мне очень приятно. Изучайте Конституцию, это наш основной закон.